Привет, друзья! В последнее время меня часто спрашивают о моих успехах. Ну, вернее, о том, как изменилась моя жизнь после ухода из офиса. Ну, стала ли она лучше, богаче, насыщеннее. Ну, причем спрашивают в таком ключе, что типа все стало только хуже, ну, мне так говорят. И ну, мол, ты стал меньше гулять по тёлкам, меньше общаться с людьми. Ну, давайте этот вопрос все-таки обсудим. И я выскажу свою точку зрения на этот вопрос. В принципе, я ее уже высказывал, но давайте еще раз подытожим. Итак, в конце 2019 года, где-то в декабре, я ушел на фриланс. По сути, весь 2020 год был, так сказать, выживанием на фрилансе. Ну, я еще сомневался. Ну, для меня было главным проверить, могу ли я работать на фрилансе, находить себе клиентов, создавать какой-то постоянный объем работ и так далее. Поэтому весь 2020 год я сосредоточился на фрилансе, сфокусировался на нем. Это было главным смыслом моей жизни. Но прежде чем мы поговорим про фриланс, давайте немножко обсудим, а почему я, собственно говоря, ушел на фриланс, почему мне не сиделось в офисе, почему мне не работалось. Ну, дело в том, что на офисной работе я ощущал, что я, ну, просто живу не своей жизнью и трачу ее впустую. То есть 3 часа поездки на работу каждый день, 8 часов работы в офисе. Мне не оставалось времени на то, чтобы просто наслаждаться жизнью. По сути. Ну, как и все люди, я отдыхал только на выходных, а в качестве такой остроты, перчика для жизни у меня был пикап. Это мог после работы сходить на свидание с тёлочками. Это придавало жизни остроту, это как-то оттеняло пресность существования офисного раба. Сейчас мне как бы такие приправы особо не нужны. То есть, нет, я по-прежнему не против повстречаться с тёлочками, но я знаю, чего мне это будет стоить, к минимум в деньгах. Ну, хотя, с другой стороны, я планирую выделить для этого, по-прежнему все еще планирую, вы мне будете укорять, а когда же планы исполнятся в реальность, но, скажем так, пока не наступило время, чтобы прям так подрываться и идти. Я планирую, да, где-то все-таки раз в неделю, наверное, по пятницам, может быть, в субботу. В субботу даже проще, потому что у телок больше времени свободного. Все-таки назначать какие-то стрелки, ходить и там эпизодически чпокаться. Потому что вот я даже недавно ездил к Чиде Хока на запад, западное Подмосковье, довольно далеко. Ну так вот, вы подходите к оценке моей жизни с точки зрения общественных стандартов, да? Сколько у тебя денег, сколько у тебя тёлок, сколько у тебя там путешествий и тому подобное. А я подхожу к оценке своей жизни с точки зрения комфорта и, если хотите, счастья. То есть вот если я в офисной жизни был несчастен, меня корёжила вот эта необходимость постоянно вставать на работу, постоянно работать, делать что-то скучное, неинтересное на работе. То сейчас вот это ушло, слава богу. И я не знаю, вы можете говорить, что коучи не работают, что позитивное мышление туфта. Не исключаю, я не хочу быть, я ни за кого не пропагандирую, просто наступил кризис среднего возраста. Благодаря позитивному мышлению, я считаю, я его преодолел. Можете считать, что это благодаря самому себе. Кстати, волшебное время 11:11. Время, когда исполняются все желания и мечты. Как-то, а не, запись идет. Как-то я удачно поставил на запись 11:11 21 февраля. Не даст Бог соврать. Я исхожу из, да, комфорта и счастья. Сейчас мне живется удобно. Меня не напрягает работа. Я работаю
4, ну иногда 6 часов, но это редко, когда я набираю всяких работ. Вот, я не ставлю себе цель зарабатывать как можно больше денег, потому что я считаю, что много денег, чтобы заработать, нужно не рваться в объеме, а расти качественно. Поэтому сейчас меня работа совершенно не напрягает, и когда я стал работать меньше, мне стало даже интереснее работать. Вот, несомненно, это работа для выживания. Вот, то есть, если бы у меня были деньги, я бы, конечно, не работал в 1С, я бы что-то программировал другое, но, с другой стороны, эта работа мне кажется интересной. В ней есть приятные стороны. Я вот, когда работаю, все задачи, которые, ну, большинство задач, которых я делаю, я из них делаю какие-то выжимки, чтобы публиковать на свой сайт. Вот, то есть как-то делиться опытом, рассказывать какие-то байки интересные. Это все. То, как вот есть один чувак, который читает бизнес-книги и потом из них делает выжимки. То есть, по сути, чтение скучное, но ты понимаешь, что ты потом можешь поделиться и рассказать об этом. Вот, точно так же и в 1С там есть интересные моменты, когда до тебя доходит инсайт, озарение, как решать ту или иную задачу. И ты еще можешь с этим поделиться с другими, это прикольно. Ну и потом за 4 часа в день не очень надоест программировать. Хотя эти 4 часа разделены. То есть я обычно несколько часов работаю с утра, потом дневной сон, прогулки, и потом 2 часа вечером или даже 3. Вот, то есть больше, может быть, даже вечером. Вот. У меня появилось время на утренние ритуалы. Я занимаюсь по утрам 15 минут медитации, никуда не спешу и никуда не надо ехать. Вот. Медитация делает меня спокойнее, как-то разрешает какие-то мои внутренние конфликты и в отношении с женой делает меня спокойнее. Вот. Я каждое утро делаю зарядку, что сказывается хорошо на моем самочувствии. Ну и 2 раза в неделю я бегаю, 2 раза в неделю качаю железо. Благо для этого сейчас есть время, возможности и силы. Вы скажете, а как же там большие деньги, много тёлок, путешествия? Ну, я считаю, что это придет со временем, когда я подготовлю для этого надлежащую финансовую базу. Да? То есть, в чем отличие офисной работы еще от фриланса? Ты когда работаешь в офисе, для тебя это как рутина, да? Там нет какое-то желание что-то улучшать, идентифицировать, расти. Но если ты, конечно, только не хочешь стать руководителем проектов. Я не хотел становиться руководителем проектов, поэтому для меня это было просто монотонный, изнуряющий труд. Здесь же я пытаюсь как-то оптимизировать себя, найти какие-то новые источники дохода в том же 1С, писать какие-то тиражные решения, разработки на инфостарт. Вот. Обсуждаешь опять же с коллегами, то есть здесь ты как-то все живешь, постоянно какие-то новые свежие задачи. Хотя на самом деле и на последнем своем месте работы, где я работал 3 года, у меня тоже была сдельщина, но я там спокойно зарабатывал свои 100 часов и даже особо не парился по поводу того, ну, как мне улучшить там свою производительность и так далее. Это просто не парило. Здесь же кровный интерес, да. По сути, чем ты лучше работаешь, тем, чем ты лучше зарабатываешь, чем ты лучше срабатываешь, тем больше ты зарабатываешь. Вот. Так что всему свое время, я думаю, насчет поездок еще рановато. Нужно добиться мобильности, купить ноутбук. Вот. Тогда можно, по крайней мере, выезжать в Москву, опять же, чтобы быть на связи на ноутбуке. И потом уже можно даже съездить куда-нибудь в отпуск, ну, для разминочки в Сочи. Да, это моя такая базовая рэперная цель. Она, в отличие от Smart, не датирована. Но вот я вижу такой ориентир. Вот ты когда идешь по снежной целине, вот там впереди маячит маяк, да? Вот у меня такой маяк – это поездка в Сочи. Я понимаю, что когда я куплю ноутбук, это первая цель. Потом я могу поехать в Сочи поработать, хотя бы 2 недельки отдохнуть с семьей. Это вторая цель.
Все реально, ничего сложного. Ну, а там дальше уже можно и еще куда-нибудь съездить, хотя бы в тот же, сука, Таиланд. Поэтому не спрашивайте меня о сроках. Я планирую по ориентирам, я не планирую по датам. Вот, у меня был ориентир уйти на фриланс, я на него ушел. Вот, у меня следующий был ориентир закрепиться во фрилансе, я закрепился. Сейчас мне нужно, наверное, выйти на более высокую часовую ставку и все-таки добавить какой-то пассивный источник дохода в 1С, то есть какие-то тиражные решения. Я над этим работаю. Возможно, перед этим я все-таки сделаю свой рум или еще что-то. Вот, например, фрират, да, потому что тоже хорошая тема. Но это пока не основной мой ориентир. Вот. А насчет того, ну, возможно, вам, вы же потребители моего контента, и вам нравилось, когда я там зажигал, да, заваливал телок, ходил на стрелки. Нет, мне это тоже нравилось, но, как показала жизнь, без этого всего можно спокойно и счастливо жить. Вот, это можно отложить. Это не главное, это мишура в жизни. Вот. То есть, если бы сейчас у меня был такой стабильный источник дохода, пускай бы от блогерства, пускай бы еще что-то, я бы, конечно, да, пошел бы гулять по телкам и так далее. Ну, все-таки это придает, как я уже говорил, остроту жизни. Но сейчас моя жизнь и так довольно интересна, чтобы ее еще чем-то, какими-то специями взбадривать. Вот я, кстати, в еде в последнее время не использую особо специи, потому что, ну, сама по себе еда, мне кажется, очень вкусной и приятной. Вот. Поэтому, друзья мои, если вы, вам кажется, что я стал жить как-то хуже или еще что-то, то вы просто забываете о том, что речь шла просто о банальном психологическом выживании, потому что я испытал то, что называется выгоранием, как бы на работе. И, ну, я не знаю, было бы ли прикольно бы мне и дальше пикапить и так далее, если бы это все происходило на фоне черной дыры в работе, да, когда бы просто все мои психические силы уходили бы на то, чтобы бороться с ощущением дискомфорта на работе. Сейчас эта черная дыра закрылась, слава богу. Работа, наоборот, придает мне энергии, в том числе и творческой. Она служит идеями для моих постов на Гении 1С сайте. И потом, вы говорите, что я сижу много дома. Ну да, мне нравится сидеть дома, я не люблю куда-то ездить. То есть, ну, мне это не главное, куда-то съездить. Я могу вывести жену там в торговый центр, если ей нужно развеяться, но мне куда-то ехать. Вы же знаете, что и раньше, даже когда я работал в офисе, я ездил путешествовать исключительно на моря, потому что я любил не столько путешествовать, сколько я любил море. Вот. И сейчас я для себя тему морей и океанов не закрываю. Что-то телефон даже упал. Все еще в будущем, мое будущее больше моего прошлого, как говорится. Тем более теперь, когда я воодушевлен, когда у меня есть для этого энергия, когда моя энергия не уходит в черную дыру офисного рабства. И вот смотрите, теперь, когда я стал проводить с женой и семьей больше времени, соответственно, улучшились отношения. С женой, например, мы стали лучше понимать друг друга, потому что для отношений важно, сколько времени ты уделяешь друг другу, да? Вот. Ну, и как бы даже не столько из-за того, что мы больше времени проводим, просто, может быть, еще из-за медитации я стал больше замечать какие-то свои косяки. Вот я из-за позитивной психологии я больше переориентировался на то, что нужно менять во мне, чтобы изменить в окружающем мире. Вот, и, наверное, моя жена это чувствует и, соответственно, отзывается на мои инициативы. Ну, то есть, понимаете, это же такое дело, что если кто-то растет вверх, то другой человек, он очень не любит большую дистанцию, он будет подтягиваться. Вот он будет тебя пытаться сначала тащить вниз, но когда поймет, что попытки тщетны, все-таки будет за тобой тянуться. Потому что от большой дистанции люди испытывают дискомфорт.
Поэтому потихонечку растем. Давай сейчас кофе попьем. Так, давай, убирай. Сейчас я заканчиваю. Я сейчас иду. Закрывай тогда. Я буду ждать. Так что, друзья мои, моя жизнь мне сейчас устраивает. Я рад, что я пришел к таким результатам. Вот, и это очень хорошо, что я на самом деле справился и смог найти для себя нишу, которая меня устраивает. А то, что я там мало путешествую, то, что там не купил себе стул какой-то новый, это просто даже не из-за денег, а просто потому, что некогда этим заниматься, это для меня не главное. Мне сейчас комфортно, наверное, сидеть. Вот, опять же, у меня пес появился, друг человека. Ладно, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их, я вам на них отвечу. Ну, а вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Не переживайте за меня, у меня все отлично от других.